Итак, здравствуйте, обзор игры Трансформеры. Давайте посмотрим. Ну, что могу сказать? Графика серьезно сделана, как стреляют, нравится. Но здесь, конечно, уже сделали, подумав, куда стрелять, хуй знает. Давай. Вот это круто. О, бля. Ну, что делать в этой игре, я не знаю, реально. Но удары серьезные. Зачетные. Зачетные такие удары. Блять, пиздец. Остаются всякие приколы. Посмотрим, что дальше нас здесь ждет. Сделали довольно неплохую игру. Все разваливается! Берегись! Патрон, сюда! Но еще могу сказать, что спецэффект реально от первой части, которая говно было, здесь уже более-менее интересно. Но я бы в такую не стал играть, потому что слишком нудная и очень непонятная. Играть в такую игру, наверное, надо подумать башкой. Видите, у меня нет боеприпасов, надо искать боеприпасы. Пиздец. В общем, не могу ничего хорошего сказать. Игра нудная. Реально нудная игра. Кого-то там надо стрелять. В общем, пипец. Программа обучения. Но, ребят, это не серьезно. Игра, в общем, реально, опять же, меня разочаровала, что графика отличная в ней, физика на уровне нормальном, как бы, но такую игру играют, наверное, дети от второго до какого-то там фиг знает класса. Вот, мы куда-то провалились, идем дальше. Да. Ну, пойдемте дальше, посмотрим, что здесь можно вообще... Во! Ну да, игра, конечно, такая, типа, Олени Звездные войны называется. Но роботы нарисованы отлично, могу поставить сразу 8 баллов за эту ерунду. Ну вот опять мы встали и думаем, ну что же сделать, да? Ну что же делать, надо подойти, нажать, наверное, какую-то кнопку. Правильно, Е. Нажали, откроются ворота, и мы дальше пройдем. Какие-то Звездные войны, реально, это уже... Вообще такая игра, знаете, но реально второй класс отдыхает. Во, как сделал вертушку, видите? Готов. Мы можем добраться до туннеля с помощью этого крана и обойти из фланга. И устроить засаду на засаду. Мне нравится. Уничтожить эту машину! Да, конечно, я бы сказал, что трансформеры... Для тех, кто любит фантастику, но...
по идее, я здесь ничего нового не увидел. Игра в хорошем жанре, добавленная, хорошие текстуры, физика отличная. Но мне нужно в такую игру играть, вот примерно мне, потому что, реально, согласитесь, это уже чисто такая, ну, попсатина, поиграть, блядь, ну, вот пострелял ты в него, уничтожил. И готово, да, вот нет боеприпасов. Опять надо искать боеприпасы. Вот нудно прыгать вот это вот все. Вот, ну, пипец просто полный. Так что, извините, игре я поставлю 6 баллов из 10 за то, что она красивая. Ну, не могу сказать, что интересная, но очень нудная. Чисто для попсятины. Мы такое не уважаем. До свидания.